Завтрак легкий на подъем. Радио Energy и Макдоналдс желают тебе вкусного утра. Устрой себе завтрак вместе с проектом «Завтрак легкий на подъем». С 22 октября по 9 ноября, используя слова, которые объявят ведущие, опиши свое утро в стихах. Каждый день ведущие утреннего шоу «Black to White» будут отбирать самые бодрящие, по их мнению. Победитель получает подарок от Макдоналдс. Шанс прочитать рэп с Саймоном и Мак-завтрак в студии Радио Energy. Подробности на energyfm.ru и 101.ru. Спонсор проекта «ЗАО Москва». Макдоналдс представляет Big Breakfast Roll. Омлет, бекон, сочная свинина, хрустящие картофельные котлеты и сыр. Завтрак из трех блюд за парочку минут. Мак-завтрак, завтрак легкий на подъем. И у нас сегодня зрители. Мы угощаем, Макдоналдс угощает их завтраком. И пока все жуют, напоминаем, что мы на протяжении нескольких недель каждое утро описывали в стихах свое утро, давая нашим слушателям ключевые слова. Которые обязательно должны присутствовать в вашем стихотворении. Это были слова и утро. И носок. Носок, полотенце. Завтрак легкий на подъем. Да, и пробка, и кофе. Вот такие утренние слова. Кто на что горазд? Кто во что горазд? Писали. Мы даже каждый день пытались их читать. Получалось, наверное, не так хорошо, как у самих авторов. Они, творцы, видели свое произведение по-другому, возможно. Я просто надеюсь, что они, конечно, остались довольными, как я их рэпчела под ваш битбокс воспроизвел. А мы сейчас и узнаем. Итак, внимание, каждый победитель каждого дня получал подарок от Макдоналдс, а сегодня на Мак-завтрак приглашены лучшие, на наш взгляд, рэперы утренние. И первое место разделили между собой Егор Овчинников и Эмиль Лайм. Да, наши слушатели. Да. Значит, молодцы. Поприветствуем их. С кого начнем? То есть сегодня ребята просто зачитают нам свой рэп лично вот в дуэте с Саймоном. Эмиль готов. Эмиль готов. Хорошо. Так, он дал темп. Город не спит, машины бороздят его дороги. И бьет ключом здесь жизнь, перерыв на обед. С утра нет сил, не суд в Макдональдс ноги. Кофе с собой возьми, вот мой тебе совет. По-моему, у Егора Овчинникова есть что ответить, Эмиль. Давай, о, у нас сегодня опять рэп-баттл. Егор Овчинников у микрофона. Привет еще раз. Всем привет. Ну что, рэпер проживал? Конечно. Так, ну что? Готов зачитать? Да. Поехали. Открыл глаза, улыбка на лице сияет, ведь сегодня воскресенье и будильник отдыхает. И закрыл глаза обратно, не опаздываю я. И не надо одеваться, собираться, умываться, можно взять и поваляться. Включил музычку себе, Energy, это по мне. Наслаждаюсь, закрываю я глаза, просыпаюсь, вдруг среда. Прикольно, отлично. Итак, друзья, ну вам еще по угощению от Макдоналдс, да, в качестве приза. Это Мак-завтрак на радио Energy. Продолжаем. Кушайте, кушайте. Жевать, продолжаем вкусно проводить это утро в студии радио Energy. А знаешь ли ты, какой завтрак даст энергию на целый день? Какой кофе взбодрит любого Соню? Возьми ароматный кофе из Макдоналдс с собой. Настоящий эспрессо быстрее экспресса. Мак-завтрак, завтрак легкий на подъем. Спонсор ЗАО «Москва» Макдоналдс. Завтрак легкий на подъем.